Всем здорово, продолжаем проходить код Вероника. Вот. И в прошлой серии мы замочили такого необычного босса, вот, амфибию. В принципе, можно было спуститься просто в воду и забрать вот этот вот герб. Но мы взяли и закартошили, короче, эту амфибию. Вот. Итак, и взяли, короче, вот такую вот тарелку орла. Герб семьи Эшфорд. Орел держит золотую алебарду. Индиго синяя порция нужна для спецсплава. Короче, нам надо вот эту вот синюю эмблему, короче, растворить. И забрать алебарду. Вот. А чтобы ее растворить, короче, нам нужно два ингредиента. Вот. Ингредиент А и ингредиент Е. А у нас есть уже. А чтобы достать Е, нам нужно узнать температуру. Вот. И здесь есть одно маленькое такое но. Вот. Сейчас я скажу. Так как здесь перевод неправильный в игре. Вот отчетка сплава, по-моему. Да. Так как здесь перевод неправильный в игре, вот. Здесь вот показано, сейчас скажу как. Вот. Типа. Ну, нужно в холодильнике нам подобрать определенную температуру, чтобы забрать образец. Здесь вот такое примечание написано. Странное совпадение, температура такая же, как при завершении испытаний. Каких испытаний? Что за испытания? Непонятно. Вот. Это, короче, просто тупо криво переведено. На самом деле здесь должно быть написано странное совпадение, температура такая же, как при завершении постройки завода. Да, дата, короче, совпадает с датой завершения постройки завода Эшфордов. Вот. По идее, вот так оно должно быть, короче. А дата, она указана вот здесь. Памятный диск, что написано, посвященное завершению завода. Декабрь 8. Вот. Получается. Декабрь это 12 месяц, у нас получается 12 и 8. 128, короче, температура 128 градусов. Вот. Если бы я играл в игру первый раз с таким переводом, я бы тупо, короче, не понял. Просто вот не понял бы. Вот. Ну, может быть, подбирал бы тогда код наобум, короче, методом тыка. Вот. Ну а так, как бы, все просто. Все очень просто. Итак, теперь нам надо отправиться к холодильнику, забрать недостающий ингредиент и найти ящик. Найти ящик и расплавить, чертовой матери, этот синий индиго, короче, вот этот вот герб. Итак, у нас находится, по-моему, подвале, если не изменяет мне память, находится, короче, в подвале, типа входной путь. Вот. Здесь по лестнице нам не спуститься, потому что мы забрали ружье, и нам теперь, ну, лестница поднята, нам надо в обходной путь, короче. А обходной путь у нас находится, где выход на улицу, короче. Вот. Где, короче, холл завода. Так, а что у нас вообще по... У нас патронов-то вообще нет, да? У нас получается только 7 патронов в дробовике. И все. Окей. Окей. Нам надо полюбасу искать. Полюбасу искать ящик. И, наверное, я думаю, возьмем гранатомет, наверное, с собой. Вот. Хоть это и пушка Клэр, короче, но возьмем гранатомет с собой. Вот, короче, в принципе. Смотрите, ящик опять стоит. Мы его отодвигали вроде. Кто-то здесь нашалил.
Окей. Давайте поехали вниз. И как раз сейчас у нас лифт, проигрыватель нас спустит. В комнате с ингредиентом. Далее, по плану, когда мы расплавим, короче, герб, надо отправляться будет к паукам туда. Так, не знаю, какой пригодится. Установить температуру. Да, 128 по Фаренгейту. Закончить установку, да, давай. Все, она, по идее, вот возьми мягкий Е, короче. Отлично. Вот он вот такой вот. Через оп, короче. Цветной. Вот, мягкий Е. Химия для растворения расширенного сплава. Он горит при нужной температуре. Понятно, да? Вот. Так нам это не сделать. Нам надо смешать, короче, его с ингредиентом А. Так. Да ладно! Только не ты, пожалуйста. Один? Я надеюсь, один. Вставай. В принципе, так же, как и обычным, три патрона. Жесть. Это, конечно, жесть. Его долго ломали, то вирус мог пролиться здесь. Но если ты вирус там пролился, это хорошо, что вылез только этот охотник. Могло бы быть намного хуже. Так, погоди. Погоди. Надо понять, короче. Надо опять в обходной путь, короче, потому что, чтобы через ту дверь пройти, нам надо будет ружье, короче, повесить. А это нам не надо. Ружьишком с собой возьмем. Опять кто-то ящик передвинул. Что ж вы за нелюди-то такие, а? Так, ну теперь отправляемся, наверное, к этим, к паукам. Там как раз у нас будет ящик. Как раз там всю махинацию мы сделаем и спокойненько там как раз в том же месте и находится дверь, куда нужно применить будет алебарду. Единственное, что я не могу понять, только для чего нам люгер. Вот это вот непонятно. Так, дорога, по-моему, на самом верхний этаж, по-моему, да? По-моему, 2Э. Второй этаж. Ну, сейчас мы все это... Сейчас мы узнаем, туда приехал, не туда. Да, все четко. Все четко. Паучар, наверное, трогать не будем, как обычно, да? Попробуем пробежать просто. Потому что патронов и так на исходе.
А если они кончатся, патроны, ну, патроны, боезапас кончится, мы будем просто тупо сидеть на измене. Размахался там своими мохнатыми лапами. Так, окей, вот. Мы на месте. Так, берем, короче, мягкий А. Вот он, мягкий А. И возьмем, наверное, гранатомет. Возьмем гранатомет. Вот. Так, вот сделаем. Так, комбинируем вот это. Все, смотри, у нас какой сплав. Легкая микстура. От кашля, блин. Бромбинг синхер мин херми. Вы здоров, не кашли. А, микстура А вида и Е вида. Может растворить расширенный сплав диплоид. Так, копировать. Копировать, комбинировать. Окей, смотри, алебарда. Все. Алебарда. Этот предмет был помещен к орлу. Он из золота и похож на средневековую алебарду. Прикиньте, смотрите, такая штучка прямо из золота. Да? Прикиньте, сколько она бабок стоит. Ладно. Погнали. Погнали! Применяем алебарду. Ну и что нас там ждет? По идее, это должен быть ангар, наверное. Да ладно. А, смотри. Смотри. Просто для нас самолет. Держись, Клер. Я спасу тебя. Да. Валим. Валим с острова. Летим в Антарктику. Спасать свою сестру и Стива. У нас же Крис же в прошлом был пилотом, по-моему, да? Пилотом ВВС США, короче, да? Так что он с легкостью справляется с такими штукенциями. Но он хоть нормально приземлился, не так, как Стив Склэр. Это хоть мягкая посадочка. Ну и теперь у нас, вот мы прибыли в Антарктику, и теперь начнется самая жесть, наверное. Окей, смотри. Здравствует, база в Антарктике. Может улететь к чертям опять? Надо поискать Клэр. Да, надо. Надо поискать Клэр. Смотри, да тут не один самолет, да? Вон, смотрите, еще хвост самолета видим. Ух ты, сколько дверей-то. Окей. Так. Это что за дверь? Просто взглянь. А, я понял. Я понял, что это за дверь, короче. Это как раз вот была она заперта, эта дверь, когда... Короче, это место, где торчит нос самолета, короче, на котором прилетела Клэр. А, внимание, эвакуационный лифт. А, понятно. Нам туда не попасть, там все равно... Все, да, ничего больше не напишет. Окей, нам все равно сюда. Как ни крути. Там видали, да, щупальца? Сможем? А, хер. Блин,
Да ладно, дробовик на эту херню тратить. Да. Да ладно. Усунься. Пипец. Прикиньте, да? Да, еще одна. Что это за... Что это за херня? Киньте. Я просто, я весь боезапас свой сейчас истратил на сраные щупальца. Чё за бред? Чё мне сейчас делать-то, если сейчас кто-нибудь вылезет? Так, окей. Окей. Давай взглянем здесь. По порядку, пойдем по порядочку. Конечно, уж жопа, блин. Без патронов. А, тут же водой все заполонилось, да? И, короче, засохло, ну, замерзло. Смотри, там паук. Херо такой здоровый. Тут, кстати, мы можем, смотри, спрыгнуть. А, здесь висит человек со связанными руками. Александр, Александр, Александр сидит там. Еще ответ. Что ты там ищешь? Не надо мне искать никаких ответов. У меня Алиса разбушевалась. Слышь? Я сама не понимаю. Иди нафиг. Сама она там не понимает. Жесть. Короче, это была такая передышка. Небольшая такая. Прикол. Так, окей. Здесь больше ничего нет. В принципе. Управление только, смотри там. Есть управление. Так, панель управления краном. Для управления краном... Крано. Для управления крано. Мне нужен ключ-кран. Сам ты кран. Знаешь, в армии у нас затупков называли кранами. Крис, так что... Не будь краном. Так, отсюда я пришел. Столько дверей, да, столько ходов. Ну ладно, давай по порядку. Сюда, потом туда, потом еще туда, потом здесь. Блин, хотя бы, не знаю, патронов бы или пистолета хотя бы дали. Это вообще ни черта, просто ни черта нет. Ничего не действует. Зомбари. Зомбари. Кругом одни зомбари лежат. Не знаю, хотя бы у кого-нибудь из них патроны какие-нибудь лежали бы. Для дробовика, для того же. Да? Ни черта, нет же. Так. Это что у нас? Возьми восьмиручек кран. А, это, короче, кран, который это Клэр вставляла, да, помнишь, да? Сейчас живут. Смотри, сейчас станут. Га. Началось. Жесть, у меня патроны. Пипец, их сколько. Ребят! Ребят! О,
Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу, ребята, 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 успокоились, успокоились, быстро. Мне просто повезло. Смотри, генератор-то работает. Генератор-то работает. Идите сразу. Гуляйте. В принципе, сюда нам больше не надо, да? Так, окей. В жизни все в порядке. Пока что. Более-менее. Да чтоб вас, ну... Ребят. Ну вы... Я не знаю. Ну давай ты иди сюда, что там застрял. Сдох, тварь. А я себя ранил? Твою мать, он еще живой, прикинь. А у меня один патрон. Давай голову, короче, херачи. Еще один гуляет. Так, ладно, этим часто пользовались заржавела. Заржавела! Так, что у нас тут? Возьми чудюралюминий. Больше ничего нет. Патроны. О, да. О, да. Так, чё? Чё такое дерзкий-то? Получил? Распишись. Так, ладно. Эту херню мы не откроем. Нам нужна отмычка. Отмычка... Это на простой замок, да, я бы открыл, если бы имел отмычку. Отмычка у QR. Ладно. Я думаю, там порох. Я думаю, там порох. А, приборы обработки металла сломано. Знаете, два грузина. Заржавело и сломано. Так, ну хоть немножко патрончиков, да? Завелись. Спустись. Так, а в эту дверь мы не заходили. Окей. Окей. Сюда мы не заходили. Так, что там? Да ну нафиг, только не ты, а? Что? Он здесь? Вескер здесь. Скажи, сейчас попадешься, ну. Ну и где это говно? Иди сюда. Что? В пол выстрелил один патрон. Обрадовался, блин, что патронов набрал. Твою-то мать, а. Твою-то мать, а? Еще одна. Она будет работать? А, Лен, не все. Ловушки эти все. Больше не работает здесь. Криндец.
Так, это давно используется. Ничего странного. Ничего странного. Ничего странного. Оп, там что-то блестит. Оп, 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 оп. Давно ставил. Да куда ты? Смотри, кровище, да? Кого-то тут нехило захерачили. Это похоже на панель управления. Так, здесь ни черта. Маленькая квадратная дырочка. Заметка. Вы можете осушить воду в следующих условиях. Первое, очистить бак. Второе, заменить воду. Надо слить воду из бака. Погоди. А, стой! У меня здесь восьмиугольник. Нет, нужно использовать. Нужен переходник, наверное, либо опять по новой делать эту херню, короче, резать. Даже квадрат. Так, а это что у нас? Выключатель. Толкнуть. Это бочка. Какая-то бочка. Так. Можно спуститься вниз. Да лезем просто. А, прикинь. А здесь куча химии. Интересно, зачем их использовали. Так. Огнетушители у нас нифт. Ясно, понятно. Здесь все, да? Больше. Ничего полезного. Плотно закрыто, короче. Ага, нам тут не пройти. Я думал, там какой-то этот обходной путь будет. Опа! Прикинь, они еще и работают. Я думал, они все. Нет, только не надо. Слышишь? Слышишь? О, блин. Не. 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 Туда нет. Пока нет. Пока нет. Я пока не готов. Твою-то мать. Свалил. Да отвали ты от меня. Шум в жопу. Падла. Все? Все. И патроны все. Что за нахер? Они постоянно будут там гореть? Какой-то трындец просто. Просто трындец. Так, я, короче, знаю, где у нас комната с сохранением. Где мотыльки были? Туда надо бежать. Короче, сюда еще рано. В принципе, не знаю, не рано, но мы пока туда не пойдем. Пока нет. А если сейчас падлы мотыльки будут здесь? Да ладно, нет. Их нет. Вот на этом спасибо. Блин, когда свалили с острова, короче, я уже думал, что все, в этих
этих, как их, охотников, все их не будет. Ну нет. Тут вообще ж какая-то жопа началась. Охренеть. Так, это мы сбрасываем пока. Окей. Ладно, синюю траву оставим, потому что здесь, смотрю, ходят свиперы эти, которые травят. Так, ну и что делать, давайте, я не знаю, кислотные тогда, выбираем. Что делать-то? Будем, как бы, не знаю, стараться не пользоваться им, но, блин, так, на всякий случай возьмем с собой. Потому что это жесть какая-то. Так, смотри, здесь можно еще алебарду поставить. Оп. Возьми бум-груз. Ты взял бум-груз. Что за бум-груз? Не знаю. Так, здесь файл. Окей. Дневник Альфреда. Какой по счету? Январь 30-е. На заводе Антарктики запечатанная комната, закрытая изнутри. Не знаю, что там, но я знаю, как туда зайти. Я могу взять три камня от трех членов нашей семьи. Эти камни есть доказательства законных наследников семьи Ашворд. Одна только... Как я могу взять отцовское доказательство? Типа одна проблема только. Февраль 17-й. Я наконец-то зашел в запечатанную комнату. Я даже себе представить, типа, не мог, что существуют страшные секреты рождения меня и Алексея. Я ненавижу отца. Этот недоумок Александр. Теперь все ясно. Мы были просто созданы для исправления отцовских, типа, там, ошибок, что ли. Я не могу ему больше доверять. Я должен восстановить славу семьи Ашвартов с сестрой. Мне нечего бояться, пока со мной Алексия. Март 3. Алексия перенесла эксперимент над человеческим телом, о котором мы горорили. Погорорим, мы с тобой погорорим. Наш папаша должно быть очень счастлив. Теперь он соответствует семье Ашвард. Надо быть осторожным с нашим дворецким Германом. Он ничего не шарит в нашей деятельности. Все так доходчиво написано просто. Апрель 22. Эксперимент закончился. Эксперимент закончился неудачно, что ли? Наш отец просто выродок. Даже хуже, он превратился в абсолютно неконтролируемого монстра. Мы связали его и заперли в подземной тюрьме. Но Алексия, кажется, близка к разгадке. Но теперь она заявила, что хочет проводить эксперименты на собственном теле. Вот так. Вот так вот, вот так вот. Хуже всего она чувствует, что должна заснуть на 15 лет, чтобы заверить эксперимент. Завершить эксперимент, типа. Благодаря этому идиоту я не увижу мою Алексию долгих 15 лет. Алексия собирается заснуть с доверием ко мне. Теперь я единственный, кто защитит Алексию. Короче, типа того вот здесь. Есть что-то еще? Понятно. Чернила. А есть еще что-то? Есть патроны? Хер. Проигрыватель. Даже проигрыватель не послушать, блин. Ну что, тогда будем сохраняться, вот. Давайте, сохраняемся, дорогие друзья. И на этом я буду заканчивать серию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Группу ВКонтакте, вот, комментируем обязательно, не забываем об этом. И с вами был Валерий, до новых встреч, пока.